Assalamu alaikum, salamaša dohovima koji. Dakle, Švijeca, Kivala, Jalhol, Sinte, Vrada, Vjankil, Bolč, Gulmane, Cigan, Herđinč, Orkomitet, Dijok, Švoše, Vinč, Bedah, Žem, Aštad, Uzvič, Vistel, Sove, Kadvine, Cigan, Dijok, Lečer. Ako se dovolja, Stadiju, Šordu, Bin, Bedah, Hidleg, Lidleg. Бисмиллахи рахмани рахим. Итоги работы делегатов от шведского форума Оргкомитет предстоящего мероприятия в ноябре в Страсбурге. На прошедшем Швеции форуме в сентябре всего года по предложению участников, а также одного из членов Оргкомитета предстоящего ноябре мероприятия в Страсбурге Саида Ахмеда Османова, руководителя организации Бартмаршу, о том, что двери в оргкомитет открыты для всех желающих, форум пришел к выводу, что принятие участия в этом мероприятии будет сообразно для продолжения работы по консолидации общественно-политических сил ЧРАИ. Резолюция прилагается. Резолюция форума по объединению общественно-политических сил ЧРАИ с 5 по 6 сентября 2022 года, Швеция. По инициативе общественно-политической организации Нохчин Маршал Антоба, осознавая необходимость консолидации всех патриотических сил, стоящих на пути свободы и независимости Чеченской Республики Ичкерии, был организован форум для устранения разногласий, препятствующих объединению. В форуме приняли участие представители Кабинета министров ЧРАИ, представители Ассоциации Бартмаршу, представители общественной организации, ветераны движений сопротивления, религиозные деятели, блогеры, а также отдельные граждане Чеченской Республики Ичкерия. В ходе обсуждения участники собрания обсудили широкий спектр вопросов национально-государственного характера. В своих выступлениях некоторые своевременным действием отдельных представителей ЧРАИ, а также Кабинета министров ЧРАИ, удалось сохранить основы чеченского государства. Участники настоящего форума единодушны в том, что принятый в июле 2002 года в соответствии с положением ГКО Низам был необходим для консолидации и объединения сил, стоящих на пути свободы и независимости. Участники форума пришли к единому решению следовать положениям Низама 2002 года и призывают все силы, стоящие на пути свободы и независимости ЧРАИ, объединиться на этой почве. Хочу добавить от себя. Принятие Низама 2002 года это не означает, что в 2002 году Чеченская Республика Ичкерия приняла какую-то новую конституцию. Нет, там была всего лишь дополнение или поправки уже существующей, принятой в 1992 году конституции Чеченской Республики Ичкерии. Обновлять, добавлять, делать поправки в конституции существуют в мировой практике во всех развитых странах. Поэтому, дорогие соотечественники, мы не должны концентрировать свои силы, свое внимание на этот ущерб всему остальному. В военном положении власть переходит в руки ГКО. И главнокомандующим становится, председателем ГКО становится главнокомандующий, соответственно. И любое решение, принятое им ГКО, является обязательным для всех органов власти и предприятий. Поэтому нам не стоит этот вопрос заново поднимать, зацикливаться в 2002 и так далее. У нас в основе нашего государства стоит Конституция 1992 года, принятым первым созывом парламента. А дальше будет она обновляться, усовершенствоваться. Это само собой, это порядка вещей.
Поэтому зацикливаться на 2002 или 2004 и так далее нету необходимости. Это непонимающие люди в этом делают от себя какие-то выводы и становятся, нет, я эту конституцию не признаю, я это признаю. У нас одна конституция принята в 1992 году. Итак, далее я читаю. Призвать участников настоящего форума, а также все общественно-политические силы исключать средства массовой информации практику, что у чеченского народа отсутствуют легитимные органы власти ЧРИ. Также было принято решение принять участие в предстоящем ноябре собрании в городе Страсбург и призвать его организаторов изменить название собрания и ввести в его оргкомитет следующих лиц. Зачитываю список лиц, делегатов, выбранных от форума 5-6 сентября в Швеции. Это Садуев Яуб, Ахмадов Хусейн, Магомадов Басхан, Сумгаджиева Апти, Ламая Муса, Муртазали Умар, Ибрагиму Ибрагим, Нагая Юсади, Бахлая Мухадди, Мутаев Хизир, Ибрагимов Саид Мамад. Таким образом, будучи делегированными всеми участниками форума, мы, делегаты от форума, направили официальное обращение к оргкомитету следующего содержания. Зачитывая наше обращение к оргкомитету Бартмаршу и Толам. Бисмиллахи рахмани рахим. Обращение делегату от шведского форума в оргкомитет организаторам Чеченского съезда по преодолению национального кризиса. По итогам прошедшего в Швеции форума по объединению общественно-политических сил ЧРИ, организованный Нохчин Маршоном Тоба, учитывая плодотворные результаты и политическое единение, достигнутые участниками форума, а также предложение от руководителя и представителя организации Барт Маршова провести планируемое мероприятие в ноябре 2022 года в Страсбурге совместно, ведя тождественность цели данного форума с предстоящим мероприятием, было принято решение делегировать в Оргкомитет Чеченского съезда по преодолению национального кризиса делегатов от форума для продолжения работы по консолидации всех чеченских общественно-политических сил против общего врага. Мы, делегаты от форума, увидели в предложении руководства Бартмаршу доброжелательный знак и готовность с их стороны к началу процесса для совместной работы. Учитывая вышесказанное, мы, делегаты от Чеченского форума, доводим до Оргкомитета Чеченского съезда по преодолению национального кризиса нашу волю добросовестно и непредвзято работать совместно с Оргкомитетом во всем, что не противоречит чеченскому национальному интересу и чеченской государственности. В ожидании официального и развернутого ответа от Оргкомитета Ларамца список делегатов. 11 делегатов от шведского форума. Делегаты, делегированные всеми участниками форума, а именно представитель Кабинета министров ЧРИ, представитель Ассоциации Бартмаршу, представитель Союза чеченской молодежи, представитель Национальной ассамблеи чеченцев Европы, представитель Ассоциации Союза чеченцев Франции, представитель Совета старейшин Европы, а также ветеранами движений сопротивления, религиозными деятелями, представителями общественных организаций, блогерами и отдельными гражданами ЧРИ. Это обращение было отправлено 29 сентября сего года. После длительного ожидания ответа от оргкомитета мы получили следующий хромой ответ. Зачитываю ответ от французских наших братьев или братьев из Франции. Бисмиллахи рахмани рахим. Развернутый ответ на обращение делегатов шведского форума
в Организационный комитет Чеченского съезда по преодолению национального кризиса. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракату. Несмотря на то, что делегаты шведского форума не сочли нужным подобным образом поприветствовать нас, как принято у правоверных мусульман и чеченцев, мы, члены Организационного комитета Чеченского съезда по преодолению национального кризиса, тем не менее приветствуем вас и считаем, что упущение подобного жеста доброй воли с нашей стороны было бы крайне непозволительным проступком. В принципе, на это можно было бы реагировать снисходительно, учитывая, что человек, которому вы доверились вчера, еще не позиционировал ревностным мусульманином, каковым старается преподнести себя сегодня. То, что он в своих интересах быстро переобулся на потребу дня и стал вдруг ярым приверженцем Низама 2002 года, это уже явный прокол в его политическом сценарии. Ведь нам известно, что он прервал отношения со всеми товарищами, атеистами, лишь публично. Надеемся, что это замечание воспримете не слишком укоризненным для вас, а примите как пожелание к уважительному отношению к своим оппонентам на будущее. Также просим учесть, что это замечание адресовано лишь к тем людям, которые составили обращение к оргкомитету съезда. А теперь по сути. Мы, члены Организационного комитета Чеченского съезда по преодолению национального кризиса, внимательно рассмотрели ваше обращение нам и, не озаряясь на то, что оно больше смахивает на ультиматум, постараемся дать развернутый ответ, как вы того пожелали. Вы заметили, наше обращение посчитали ультиматумом. Братское предложение. Итак, вы утверждаете, что по итогам в прошедшем Швеции форума по объединению общественно-политических сил ЧРИ, организованным Ногчин маршалом Тоба, якобы достигли каких-то плодотворных результатов и сформировалось прочное политическое единение. Не кажется ли вам, что судить о каких-то успехах преждевременно? Ведь вами не полностью выложены ни видеозаписи, хотя прошло почти 2 месяца, ни другие документы прошедшего форума, подтверждающие волю, ваши голосованные заявления, кроме итоговой резолюции по завершении данного форума и помпезно живого интервью украинским журналистам одного из участников. Этот форум, можно считать, прошел в закрытом секретном положении, режиме, так как не было не только прямой трансляции его работы, но даже по заявлению некоторых участников, у гостей при входе были вежливо на время приватизированы личные телефоны, что дает нам право давать такую оценку, поэтому можно с уверенностью сказать, что никакого позитивного сдвига в пользу политического единения в этом форуме не произошло. Вышло, по нашему мнению, все в точности наоборот, так как вы в очередной раз спели дифирамбы друг другу и вбили, к сожалению, мощный клин раздора в нашем обществе на этом сложном этапе истории. А теперь наши разъяснения по поводу, как вы пишете, предложение руководителя организации Бортмаршал и о совместном проведении мероприятия, запланированного в конце ноября 2022 года в Страсбурге. К вашему сведению, оргкомитет готовит не какое-то мероприятие, а Чеченский съезд. Участие на шведском форуме было решительной инициативой лично самого Сейд-Ахмеда Усманова. И участники Бортмаршал поддержали своего лидера из-за уважения к нему, хотя изначально не были согласны с этой инициативой. Также члены Организационного комитета Чеченского съезда не уполномачивали Сейд-Ахмеда делать вам подобное предложение. Оно прозвучало как его личный вывод из нашего общего разговора о том, что состав комитета должен расширяться, о требованиях кандидатам члены Организационного комитета у нас речи не было, хотя они очевидны, быть полезными в деле организации съезда. Вряд ли могут быть полезны к съезду те, кто считает, что у чеченцев есть легитимное правительство.
Если бы оно было, то необходимости проведения самого съезда просто не возникло бы. Все вопросы решались в рабочем порядке действующего правительства. Мы знаем Сайдахмеда очень давно, и у нас нет никакого сомнения о его искренней набожности и порядочности. Он по своей натуре больше добрый человек, миротворец, нежели принципиальный политик. Поэтому мы допускаем, что по своей доброте он, скорее всего, хотел выразить свое пожелание совместной деятельности в целях единства. Но мы, организаторы съезда, понимаем, что предложенный вами организационный комитет люди не имеют подобных целей, а намерены сыграть роль троянского коня. В любом случае, предложение уважаемого нами Сайдахмеда его личное видение и сугубо его личная инициатива. Принятие подобных решений – это прерогатива только организационного комитета членского съезда по преодолению национального кризиса, а не одного человека. Далее мы внимательно с интересом рассмотрели список кандидатов. Рекомендуем вами организационный комитет. Все эти кандидаты в количестве 11 человек нам известны и являются сторонниками Ахмеда Закаева. Ярыми сторонниками Ахмеда Закаева. Ах, хауслиш, вежи. Инцлокардин лаадуканха, доцук, дюцуш. Эшпш бюч вайазин дугар масях гилнах кия чамбин ардиях кияхат. Так, хин сокка Швеция оргкомитета харжин волу. Швеция оргкомитета гулбеллаш массу тобан нахбу. Так, даже ой, хилю массу жамаат, са жамаат ой, мел хилю структурих, темлой тобнях, хин сел общественных организациях. Ин со Европе обувош по политиках, такой так вот уже масса тобан векалш дебша бусига. Так от тобан укара юку укара, шенше дикрет чо, шенше мекшрет чо, хархаш дикр вар харва харватиш дикр вар бовош векал ден юк даганду, ишт коз козла сайт аяк чо олячи бай, так бай со со ивана вац масала. Ах, цулсонах, ашпш бют, бериш яри, Ахмед Закаев, сторонник вуош. Ин сою шун масанаха, со Ахмед Закаев, сторонник вуоци. Но со нохчу пач халка, стороннику, нохчу колом стороннику, ах, масе цабарт хилу, дахит дизаре, цюн стороннику. Ах, ишт хилу, диешу шавек. Тахна, коправительство и бошнах, и таки хошнах бил боях. Аудалу маду, и тахан хангдек, чи правительство, президиум, так и парламент, и ко орган боевой пачалтарах яяц, так и ко орган, цана орвош, тахна, вай балуча авара, вай оман пайдах вулча авар, бог дабах бишто, вай тахан Украине, лелах, ши Европе, озайли, ништеш, вай нах билу, белах, что дахушлик. И освечи хамбичи и за усалом до того. Войну гадег, войну гадег, ишт гулми дохош, ишт гулма гулуш, касту диеш дар, на халца диеш. Так, ишт касту штагельчи, эфирях, аскаматтах, дюна мелдо, йойух, дайверин, шчу, дяч, шенокчу, омах, нах, кардош, так, цан служб шлило штагельчи, хохтай, панавай лила дуя цагит. Мадар эльч халгана, ша беш гвардина, арвай муко и орган гвардина халгана. Он дает чай, шлило, шел, чу, харцево начинает, цельвишу начинает. Ишь духал, тон хвитник. Делах массу дели дуанца, цатву пхилла, ой, пачалк, ёлшил орган, ш институтчса, цанбол, табаха, овшкет, ишту. А квертах таган, милу каан, милу арву, овшкет, чу, дядица, касту халмадаци. Ишь ду сакитам. Ишт кетам болш бу, дәнішках, отс форуми бяхкен хил бол наха, отс кетам де бяхкен бу инзас деш камеде. Ша ватс ал кюк халай де, ша ау камелан рез отсук лист хил альчи, ша вег рез хил бутсик ах инзас деш камелан масала.
форум Ахмад Закай, сторонник Уэльвен, итак, Валахагина, Уэльсон, Солнце, Шуабе, Шаве, Шбегу, Шума, Сала. Ну, почал, не змей, почал, царь, дабы резали в тебе, человек, ценный, цен хорша. Так, когда дюшес? Когда дюшес, я был от Архада, я тендал кихат. Его комментарии, я сердце. Мы внимательно с интересом рассмотрели список кандидатов. Рекомендую вам и Организационный комитет. Все эти кандидаты, количество 11 человек, нам известны, являются ярыми сторонниками Закаева и Идаркас Дяхадешна. Из очередной Аш Бухтар Бюч, из Цабартхал, Хадуль Вежри, Маршдау, или Алла, ой, Ихайхди Ишбул. Ой, Будала Аусруя. В связи с этим, во-первых, даже само обращение к нам с предложением ввести в состав оргкомитета ваших 11 кандидатов, указанных пофамильно, возмутительно и некорректное. В силу того, что на момент вашего обращения в состав оргкомитета числилось всего 9 человек. Неужели вы допускаете, что подобного рода предложение вообще уместно по отношению к своим политическим оппонентам? И неужели вы полагали, что оно может быть принято? Мы допускаем, что вы не столь наивны и что не считаете наивным членом оргкомитета. Ваше предложение – это желание численным превосходством называть оппонентам свои амбиции с расчетом насаждения своей политической воли, дабы манипулировать процессом намеченного съезда или вовсе сорвать этот процесс и в последующем опорочить. Инс, сейчас и свой вачу царту элле, кирам тасбил бах, каши эндэкшу. Вот царшу сдиав эл ит-ит, бюрк на лозу дар кой дак. Шо ищу дуан хэля, шо соуду гэзик дубах. Это дуэ конкурировать тэ вовшки, шо цан болх табах, цен нет, шо бильгал дякэн маду. Так, вежрэжи, цкэй чавар. Цикет, что он хотя штига дица айда еще уж. Харцвег юхта та бабы халта та ищет байга не швейца айл хорум. Так шара айлш, шараат бабонш лариш. Так демократи айлш, демократиц йол массерга дошал маршу йол уж парот вол уж. Лабяна швейца бин бол гулам Абу Бакар халха волш кечен бен бол гулам куза. Так Франция дякня ишт нахвор болш бар тани бабон шхедо юч. Во-вторых, мы всегда говорили, говорим и утверждаем, что так называемое правительство Чарей в изгнании – это самопровозглашенное незаконное самообразование. Ее лидер в лице Ахмеда Закаева – самозванец, который действует вопреки положениям Конституции Чарей, где такой закон не прописан. Его действия в качестве премьер-министра незаконны и уголовно наказуемы. Учитывая это, ставим вас в известность, что весь контингент его сторонников, предложенный нам в качестве кандидатов члены оргкомитета, полностью нами отвергнут, осознавая принятие их в организационный комитет, будет равносильно признанию легитимности правительства в изгнании и ее лидера-самозванца. Пойти на такой опрометчивый шаг – это сродни предательству интересов собственного народа. Для нас это неприемлемо в категорической форме. Единственное приемлемое условие – это индивидуальная подача заявок, где заявитель докажет, что он не является сторонником противозаконного самообразования и намерен отстаивать исключительно интересы намечаемого Чеченского съезда. Это решение может считать нашим ответом на ваше обращение. На этом считаем, что этот вопрос окончательно закрыт и обсуждению не подлежит. Аллаху массу анисач нехдях нисдин, шен кихетам бойлвай массираха оргкомитет Чеченского съезда по преодолению национального кризиса. Так бух кюктаинц аязин тага вац карца анонимный жалоб был, что сын Кирха Тухар дает. Так, далее читаю наш доклад, итоги работы.
Так как ответ был не подписан и довольно несерьезного содержания, несмотря на то, что делегаты оргкомитета являются представителями разных общественно-политических сил, нас обвинили в том, что все до единого являются ярыми сторонниками Закаева. Мы через выдвинутых из нас людей вести переговоры с оргкомитетом попросили определить под этим обращением, по нашему примеру, подписантов. На это Джамбулат Сулейманов дал нам имена и фамилии 4 членов оргкомитета. А именно Джамбулат Сулейманов, председатель оргкомитета, Анзор Масхадов, Саид Ахмед Усманов и Бибулатов Магомед. Остальные члены оргкомитета, по словам Джамбулата, не хотят афишировать свои имена. Получив такой ответ, мы направили к Саиду Ахмеду двух делегатов из нас. Выяснит, подписывается ли он под этим ответом. Саид Ахмед заверил, что он и другие члены организации Барт Маршал приняли участие в шведском форуме только после того, как поставили этот вопрос на голосование. И по результатам голосования, и что он, Саид Ахмед Усманов, не подписывается под ответом от оргкомитета со стороны Джамбулата. По итогу мы пришли к выводу, что организаторы предстоящего мероприятия в конце ноября сего года в Страсбурге не преследуют цели объединить чеченские общественно-политические силы и действуют против чеченского национального интереса. Вся проведенная так называемая работа по консолидации всех чеченских политических сил организации Барт Маршал или ТОЛОМ, по сути это одно и то же, одни и те же самые члены оргкомитета обеих организаций, за эти годы была лишь на словах для публикаций. Руководитель Барт-маршал Саид Ахмед Усманов, а также другие члены из этой организации, которые участвовали на форуме Швеции, их было довольно много, я думаю, 11 человек в общем приехал из Франции. И все они поддержали предложение от Саида Ахмеда Усманова, от руководителя Барт-маршала, предложение, чтобы мы приняли участие совместно с ними по проведению этого планируемого съезда в конце ноября этого года. И были действительно заинтересованы для совместной работы задач общественно-политических сил и пред. Но вернувшись обратно, не получили необходимой поддержки и согласия среди своих, вследствие чего Саид Ахмед Усманов оставил свой пост руководителя Барт-маршу. Так шейну ани палат кшхилла, рембулаттар Барт-маршу, эл-арбел, улушай Барт-боги, даспо. И руководитель лаволтир, болгари, лавактари, кришт, кда маршу, лакш, талир, шпуку, игенти. В заключении мы видим во всем, что происходит в этом направлении, в частности, аналогии с действиями антидудаевской оппозиции, предпринявшей попытки свержения законной власти в Чеченской Республике Ичкерия, или антимасхадовской оппозиции, работавшей по дискредитации и разрушению чеченской государственности. Какой из этих двух оппозиций они ближе, покажет время. Сегодня, разделившись на разные лагеря, дискредитуя годами госорганы ЧРАИ, и этим выставляя себя на посмешище, исполняют прямо или косвенно желание наших врагов и сбивают с прямого пути подрастающее поколение. Посему призываем наших соотечественников рассудительно и благоразумно относиться ко всякому рода призывам вышеупомянутым. Дал кыхэтэмцэ бэрцэбойлой, вой оман. Так, ларэмцэ... Делегаты от шведского форума оргкомитет. Так, когда список делегатов ю, халла конечно еще в какие протесты вышли альцахицу. Так, когда делегат Хержин, делегат Астин Хержин, сейчас резко был кюгайдин балу от шведский форум. Так, этот массу организаций прибыл дикшой. Терешев. Это организация Терешев. Так, Бахтаван, да. Керчина Витрог, да, твой, да, еще раз. Так, это, да, дыр, дукой, да, Бахтаван, да,